Итак, друзья, всем привет. Посмотрите, прочитайте надпись. Там написано «Спорт – это норма жизни». А мы сейчас находимся во Владимирской области. Здесь проходит грандиозное событие. Это, наверное, первое в Владимирской области, возможно, в России – снегоходный биатлон, где будут участники кататься на снегоходах, точнее, ориентироваться в лесу на снегоходах, после чего они будут выходить на огневой рубеж, шмалять по мишеням. И если они везде попадут, они выходят на финишную прямую. А если где-то промажут, они выходят на штрафной круг. И я сейчас буквально пару секунд и покажу всех людей. Как раз сейчас участники подтягиваются и начинается регистрация на эти соревнования. А там только мы, да? 43. Какой у вас снегоход? Серый. Айсдир. А, здрасте. Там греет, хорошо. Да, там прям сгревает. Ну что, вот ребятки уже собрались, все на старте, у всех есть таблички, все номера, все пронумерованы. Сейчас начнется тестовый пробный заезд. На самом деле тут, конечно, нужно, наверное, человек 6, чтобы это все дело снимать. Но попробуем это все показать красиво, красиво. Добрый день, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на соревнованиях по биатлону на снегоходах. У нас трасса общей протяженностью 7 километров. Это 2 круга. После прохождения каждого участники заезжают на стадион для биатлона. В общем, приходит участник сюда, берет винтовочку и начинает уже стрелять вот по этим мишеням. Нужно выбить 5 из 5, а если где-то промахивается, то у него штрафный круг. Правильно же я говорю, да, Саша? Все участники в тестовом режиме прошли трассу и вернулись на стадион для проведения инструктажа по стрельбе. Заряжаются по одной пульке. Закрыли до щелчка. Долго целишься, гулять начинай. Так легко. Передаем плавленный привет, да? Никита, у тебя пробный круг сейчас. Не сидите дома. Выезжайте, обращайтесь в мотокурс. И будет вам счастье. Снегоходный биатлон. Таких соревнований не было в России. Насколько я знаю, насколько я смотрел в интернете, таких соревнований не было. Они проходят впервые в Владимирской области. Так что организовать это все, это очень большой труд. И в любом случае, это заслуживает лайка, комментария. А чтобы убедиться в этом, посмотрите ролик до конца. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Старт дан. Соревнования открывают участники первого класса. Здесь у нас зарегистрировались снегоходы в основном до 200 кубов. Ирбис SF-150, SF-200, Динго-150, Динго-200, Айсдир. И в этот же класс попал Ирбис Тунгус-600 по результатам сравнительных тестов, которые проводились до начала соревнований. Первая группа у нас пошла 200-ки. Малокубатурная техника. У нас спортсмен откуда? Москва, ну, можно сказать, Подмосковье. Сразу подорвались и в бой. Отлично, на чем едем? Это Динго 150, новенький, еще не обкатанный. 11 километров пробега, так что будем обкатывать прямо здесь на гонке. Прямо? Рулежка в лесу активная, ну, ничего сложного, проедем. Как самое сложное – это стрельба. Все решит стрельба. Сам со своей как оцениваешь? Ну, точно не призер. Однозначно. Не уверен. Я уже готов сразу на круги штрафные ехать, только не стрелять. Итак, старт уже дан. И сейчас едет первый участник. А я спрятался в лесу, чтобы поснимать красивые кадры, как он пролетает. Ну, аккуратно пролетает в поворотах. Хорош, хорош. Вот он летит один сейчас еще. Оп. Хорош, хорош. Уа. Не, ну это какой-то кочегар, просто он несется как сумасшедший, но хорошо входит в повороты. Просто лютый товарищ. Копы как будто за ним гонятся. Вон он несется.
Хорош! Давай! Итак, обратите внимание, он идет, входит в поворот. Красава! Первый стартовавший спортсмен прибыл на стрельбище. Шлем неудобно, скидываем. Штрафной круг. Есть! Два. Попадание. Отлично. Три штрафных круга. Есть попадание. 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 Четвертое попадание. Класс! Попадание. Вообще круто! Так, подожди, расскажи, как это было? Где ты научился так стрелять? Шуя! Участник на тюненном снегоходе. Бежит и падает. Так, это знаменитый охотник. Стреляет прям со шлема. Так снимай, ё-моё. Снимай, да. Я не вижу, что в нём. Конечно. Промах, снимай. Положи деньги под елкой, и ты сдал тир. Есть. Хорош. Попадание. Третий промах. Молодчина, ты второй выезжал? Обогнал. Красавец, вообще супер. Отстрелялся хорошо, да? Нет. Сколько у тебя промахов? Два промаха. 23-79, 3 промаха. Плохо стреляешь, быстро бегай! Кто-то финиширует, кто-то уходит на штрафные круги. Есть спортсмены, которые умудрились обогнать тех, кто стартовал ранее. Межстартовый интервал у нас составлял 3 минуты. Абсолютная непредсказуемость и азарт. Валентин, как? Два попадания или два? Я не со штрафной поехал вон там и на выезде с первого штрафного. Да ты залез? Я запутался, это... чуть притормозил, я не ехал, я смотрел куда. Выбрал правильную сторону, я стоял, смотрел куда. Потом приезжаю, Серега кричит, стреляем стоя. Я второй круг стреляю Леша, но он не знал. Я, короче, стою, ему доказываю, что я Леша стреляю. Потом приезжаю и еду, короче, на штрафной с конца заехал. Не оттуда, а с конца. Вот, и, короче, я там туда доехал, развернулся, здесь же выехал, еще три круга докрутил. На первом один у меня был или что? Один на промах, на первом. Или два, блядь. Но я сделал один штрафной круг. Значит, один. Или два у тебя был, ты сделал один. Один штрафной круг. Наверное. Это принципиально важный вопрос. Надо узнать. Эта штуковина там все покажет? Там все записано, да. Там все записано. Не, я вроде не ошибаюсь. Вот единственное, что уехал не туда. На путстве. Себе. Трассу знаю, стрелять умею. Да, да. Судьи куплены. Да. Судьи свои, что мне переживать? Да, да. А что за первое место дают? Да, что бы ты себе хотел пожелать? Счастье. Серый красивый пошел. С каким настроением вы выезжаете на трассу? В Республику Беларусь выезжаю. Ты с усами надеюсь? А где мешок картошки? Картошка? Мешок картошки, там не картошка, а бульба. Батька тебя увидит, если ты оплошаешь. Никаких шалостей. Надеюсь, ты в усах? Он сказал «поехали» и махнул рукой. В втором классе у нас снегоходы абсолютно разной мощности, но трассы построены таким образом, что 40% это прямые поля, где можно было выложиться, а 60% это лесной массив, где скорость не такая большая, но очень важна рулежка. Помимо этого, естественно, на показатели общей силы влияли показатели по биатлону, и здесь каждый промах это штрафной круг, и штрафной круг добавлял значительное количество времени каждому спортсмену. 22-95, 2 штрафных круга. Хорош, хорош, вообще. Пушка, пушка, пушка. Прям ракета, ракета вылетела.
хорошенько тут улетел. Хороший. Не, ну пацаны вообще ребята, конечно, здесь так пролетают, просто с ума сойти можно на таких скоростях через эти буераки. Охренеть. Лютый вообще перец. Ну, попробуем победить, а там посмотрим. Улыбок тебе, Дед Макар. Попробуй. Три штрафных круга. Первый пробок. Вторая мина. Попадание. Попадание. Как выясняется, все. Прям он. И вот Валерыч начинает наш забег. Валера, давай, жги, балалайшник. Да что ж ты будешь? А ты в какую стреляешь, Валер? А? В правую вроде. А зачем ты в правую стреляешь? А в какую? Твоя вторая, справа. Значит, лишний патрон. Ну, не лишний патрон, расстояние даже так, ну, на всякий. О, в это-то лучше пошло. Патрон верни, еще один. Я в ту мишень стрелял. И время мне останови. Я это, да, в туалет должен опражниться. Да, да. Че ты мне не сказал, что ты такой финт сотворишь? Я бы снимал бы сразу. Эпично. Никто не снял такой. Ваши ощущения, молодой человек? Ой, лучше нет. Я не думал, что это столько физических сил снимает. Действительно. Я, конечно... Ваши ощущения? Мы полны, полна корзинка. Дайте мне чек, я хочу посмотреть. Передо мной, блин, Никитосов. Я прям в эту гусеницу куда-то ему... Он так валялся. За... Это снова я? Это снова я, да. Я доработал свой Ирбис Динго 150. Теперь это Ямаха RX-1. На, ну что? Злой мопед. Злой? Ну как, Саш? На, суши варежки, Егора. Что, про мопед? И про мопед, и про все. Ой, классно. Покатались сегодня. Варежки. Я не думал, что это так физически изнуряюще. Мы такие спортсмены. Давай, иди руки грей. Ну, это интересный опыт. Кажется, тут надо... тоже уметь ездить. Ну, два и три промаха. Причем почему-то стоя три попало, а Леша только два, не знаю. Ну, наверное, уже устал. Отстрелялся очень мягкий курок у ружей. Я пока целился, непроизвольно нажимал, и поэтому я тоже один фальстарт сделал. Все хорошо, жду результатов. Какие? Хорошие результаты. А сколько закрыл мишень? Получается, что 7 из 10. 7, три промаха все. Огонь, все отлично. Ой, промахов много. Один промах. 9 закрыл? Да. Никаких дополнительных устройств не использую. Не читер. Не читер я. И наш просто нереальный чемпион. Ну, я без промахов, но я сам себе сделал штрафной круг, не туда свернул. Так что сам виноват. Наш суперинструктор. Хорошо, замечательно. Народ хорошо отстрелялся. Нормальные спортсмены? Да, вполне. Нужно проводить такие мероприятия почаще. Привет, все супер. Никто не покалечился. Все здоровы, бодры, веселы. Все бодры, всех да. Проверили после, да? Да. До и после. Все целые, конечности, все на месте. Да. Мероприятие сам понравилось? Да, все круто. О, сейчас кто-то полетит, да? Я хочу, я не знаю, на первую или на вторую. Очень, очень здорово. Очень, очень здорово. Первый кульбит. Не знаю как, но очень прикольно, все очень понравилось. Самый красивый полет, да? Самый эффектный финиш. Да, финишировал лучше всех. Группа поддержки болела, все было просто супер. А у тебя попало это, как Валера на кульбит делал? Да нет, нет. На коптер, говорят, летал. Нет, коптер летал, но я, к сожалению, не сняла.
Зато я впечатлился. Шикарные соревнования. Не ожидал, что так круто выйдет. В восторге. Кому-то нравится, кому-то нет. Наш оператор. Были мощные полеты. Круто летали. Классно приземлялись. А потом были улыбки на самом деле. Что самое главное в самом конце. Ну как вам мероприятие? Все хорошо, спасибо. Ты как отстрелялся? Потому что ты на тебя вообще была заявка серьезная, что я? Ты белку убьешь. Первый... Я с таких еще не стрелял. Ну, а так... Тебе дробовик нужен был? Ну, можно, да, с 5 зарядки там стрельнуть, все сразу были где-то. 3 промаха, когда стоял, когда лежал... Ну, стоя, а лежа 2 промаха. 5 из 5 закрыл, ой, из 10 закрыл. Да. Угу. То же самое полностью. Мы с ним идентичны. Когда стояли 3, а когда лежали 2. Если бы у меня снегоход бы не проваливался на целине, когда по полю едешь, тогда бы я быстрее поприехал. А ты на SD решил, да. На этом, да? Да, он проваливается. Ну как он вообще? Ну нормально, он по полюсу хорошо маневрирует. А ну, вот если напрямой... относительно SF-ки, вот у вас их 2, как бы сравниваете, меняете? Да, но SF-ка лучше, чем этот. Интереснее, как... да? Да, он как-то интереснее едет. Спонсор в этой команды. Я не спонсор. Благодаря ему эти ребята приехали и приняли участие. Покатались. Самое главное участие, а не победа. Я был в группе поддержки. Да. Поддерживал. Со стороны первый раз на этом мероприятии. Очень понравилось. В следующем году постараюсь, да, что-нибудь придумать с этим. А, ребят, кто не смог в этом году приехать, приезжайте в следующем году обязательно. Вы пропустили просто очень много. Здесь было очень интересно, вкусно, красиво. И жарко. Большое спасибо организаторам. Большой труд. Все было очень интересно, насыщенно. Лучше нас потом спросите, потом после. А что вы тут задумали? Что мы хотим будет? Прокатиться. Да. Отбананиться, другими словами. Да. Никита заводит. Заводит? Да, сейчас приедет. Приезжал вроде. А это вот так будет? Не, он сейчас на другом. Да. И так тоже. Так тоже можно. Большое спасибо организаторам. Все было классно. Дети очень довольны. Родители очень счастливы. Большое спасибо. Никит, ты надолго не уезжай. Ладно, да, хорошо. Как ты? Что ты вообще нормально сказал по мероприятию? Все отлично, все хорошо. Ты шел на первое, уверен, да, знаешь? Да. Что, не фартануло? Не фартануло, ремень. Ремень. Обалдеть! Да? Спасибо. Аплодисменты! Я бы тоже так мог! Время 21 минута 2 секунды. Обалдеть! Да. 22 минуты 56 секунд. Алёш, тебя звали, Алёш, всё, встал. Аплодисменты! Вот так. 23 минуты 23 секунды. Очень. О, давай. Ура! Диплом. Телефон у папы возьми. Мальчик, отдай телефон. А, я что ли? Да ладно, серьезно? Дмитрий Матакурск занял второе место. А говорили, судьи куплены. Я на к лету научим стрелять, ребят, так что не переживайте. Лишь бы ремень не подвел. В общем, короче, ребят, подходит наше соревнование к концу. Отстреляли все, как говорится. Реально, вот на лютых машинах были, на BRP, на скиду, на таких снежиках, что просто пуляли. Один даже разогнался до 134 км в час.
А, красавец. На этом все, друзья. Бонусом сводная таблица. 6 первых мест по двум классам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.